Здравствуйте, меня зовут Алексей Сипягин. Я сын губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. События последних дней подтолкнули меня записать данное видеообращение. Я человек непубличный. Иду на это только ради того, чтобы оградить себя и своих близких от преследования и вранья. Известный федеральный телеканал нанял людей, которые осаждают квартиру, где я живу, не дают прохода моим близким. Они осыпают их вопросами по поводу моей работы в ДСУ-3. Всеми способами провоцируют на эмоциональную реакцию. Из того, что с весны 2019 года я работал в филиале ДСУ-3, а с июля этого года в главной организации, никто из этого тайны не делал. Должность у меня рядовая. Работал менеджером по снабжению. Сейчас, набравшись опыта, тружусь в должности инженера по качеству. Я окончил Владимирский филиал РАНХИКС. Специализируюсь на управлении, поэтому работаю по профилю. В августе поступил в магистратуру в ЛГУ на факультет дорожного строительства. Я получаю такую же зарплату, как и мои коллеги. Никаких льгот и поблажек у меня нет. Никогда не отказывался от физической работы. Меня наравне со всеми привлекали к дорожным работам. И это правильно, потому что только так можно по-настоящему глубоко изучить данную профессию. Еще пару недель назад журналисты получили исчерпывающий ответ о моей работе. Есть статья об этом на Зебр ТВ про Владимира. Неделю назад губернатор давал пресс-конференцию и отвечал на все без исключения вопросы СМИ. Тот самый телеканал, который организовал преследование моей семьи, мог повторно задать, успевший уже, наверное, наскучить региональным СМИ данный вопрос. Но на пресс-конференцию этот федеральный телеканал не приехал. Отсюда мы делаем сами вывод. Им важно не получить от меня ответ, а представить губернатора Владимира Сипягина в негативном ключе. Неуважаемый федеральный телеканал, снимайте телезвезд, а я обычный человек. Мне не нравится, когда пытаются вломиться ко мне домой, следят за мной и моими родными. Ни одному человеку это не понравится. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы про мою работу. Ищите скандалы в другом месте, здесь их нет.